Hey guys, welcome to my YouTube channel, it's Insights from Ukraine and Russia. As I promised to you, here is my second video. This time it'll be just two intercepted phone calls with minimum comments from me. But just for information, you should know that the first call was intercepted today by the security service of Ukraine. So let's hear it first. Жарите шашлыки, да? Ну, с этих, хохляцких шашлыков делаете? Бейте вы их, бейте этих гадов. Бейте на шашлыках всех. На шашлыках всех, гады. У меня все, на что я спокойно относилась. Теперь ненавидеть их начала. После всего, что они делают, гады. К чему этот парад этот вообще нахрен он нужен? Прямо позорно это все. Это душевно, больно на душе. Ну, почему-то он решил провести его. У всех настроений нету с этим все, что вот это все связано. Дебилизм полный. Ну, вообще у людей настрой плохой у всех. У всех настроения нету. Все какие-то поникшие ходят, грустные. Ну, большая часть людей, да, они понимают, что и с работой туго сейчас настало с этими с этой хренью. Санкциями этими. Ну, короче, херня одна. Цены такие здоровенные. Okay, and what you should know about the second phone call conversation is that it was intercepted somewhere near Kharkiv. So let's listen to it. Ну, там пацаны уже просто на панике такой, что по нам ебашат, по нам даже отходить не разрешают. Пипец, офигеть можно. По нам ебашат. А как же вам туда? С минометов, танков, нахуй, нам даже отходить не разрешают. А кто же такой приказ подал? Ваши командиры ёбнутые? Угу. А они там с вами тоже? Нет, они дальше. Далеко. Ужас, Егор, просто кошмар. Я говорю, я жалею, то, что я сюда поехал. Знаешь, я тоже уже жалею, что ты поехал. Каждый день на счету, бля, пиздец. Но вы ничего, вам ничего не говорят, да? А вы хоть связь с ними имеете, с командирами с этими? Да имеем, это нет смысла вообще. Okay, that's it. If nothing bad will happen today, then probably you will see my next video tomorrow. Thank you so much for your attention and for your support. And goodbye to you all.